91 год до нашей эры. Проконсул Лациума Сервилий получает неоднозначные сведения о том, что италики собираются в своих городах и массово вооружаются. Тревога пришла из города Аускул, где в это время проходили ожесточенные суды против незаконного изъятия земель римлянами у местного населения. Горожане раскололись на несколько лагерей, споря, кому должны отойти территории и насколько это справедливо. А италики, не имея возможности отстаивать свои права, вынуждены были наблюдать за происходящим. Споры вскоре переросли в беспорядки, в которых кроме римлян приняли участие местные италики. Известие об этом достигли проконсула, когда стали появляться первые сообщения о нападениях на римское население. Встревоженный Сервилий взял с собой небольшой вооруженный отряд из людей, кто был под рукой, и вместе со своим легатом Фонтеем направился в Аускул, чтобы на месте разобраться с непонятной ситуацией. В день, когда проконсул прибыл в Аускул, здесь должен был проходить праздник, но вместо пышной встречи римскую делегацию ждало неприятное открытие. Большая часть италийского мужского населения города вооружилась, нарушая таким образом все возможные военные законы республики, запрещающие в мирное время жителям провинций собираться в ополчение. Направляясь в крупный италийский город всего с дюжиной воинов, он даже не подозревал, что ведет весь отряд и самого себя на верную гибель. Италики окружили Сервилия и его людей. Как только тот начал угрожать всем собравшимся, тут же напали и перебили всю вооруженную охрану римского сенатора. Убили его самого и легата Фонтея. Вслед за этим набросились на всех римлян, живущих в городе. Римлян, которые не успели спастись бегством, и их семьи предали смерти, их имущество разграбили. Сервилию уже не суждено понять, что нападение на него и римляна Ускула не просто местечковый мятеж, а сигнал к восстанию всех италиков Центральной и Южной Италии. Началась союзническая война. В середине 3 века до нашей эры Римская Республика переживала коренной перелом в социальной и политической сфере государственной жизни. После принятия закона 287 года до нашей эры, окончательно закрепившего должность народного трибуна, его полномочия и привилегии, а также законодательные судебные функции и определяющее значение плебейского народного собрания, трибутной комиссии, постепенно начала стираться граница между патрицианской и плебейской политической элитой, которая получает шанс на становление через занятие должностей эдилов, трибунов и даже консулов. К середине 2 века до нашей эры патрицианская и плебейская знать ничем не отличалась друг от друга, кроме происхождения. Уже в то время аристократия активно наращивала свои земельные наделы на территории Апеннинского полуострова. Все сильнее прогрессировало такое явление, как расширение латифундий – крупных участков землевладельцев, концентрирующих в себе основные товарные и производственные обороты. За борьбой части сенатской аристократии из числа популяров, противостоящей пагубному влиянию увеличения латифундий, злоупотреблением сенаторами властью, коррупции в судах, редко кто обращал внимание на ближайшее негражданское население полуострова. Кроме братьев Гракхов, пытавшихся привлечь внимание общественности к проблемам провинций, до событий 1 века до нашей эры известно всего несколько неуверенных попыток запустить процесс признания за италиками неполного гражданства. Здесь нужно понимать несколько нюансов. Гражданство в римском праве делилось по меньшей мере на два вида – полное под юрисдикцией римского права, им обладали в республиканские времена исключительно коренное население Рима, к которому с 3 века до нашей эры относили и плебеи в том числе. Полное гражданство подразумевало довольно широкий спектр прав, от возможности участвовать в народных собраниях, выбирать кандидатов и быть избранным, иметь возможность занимать государственные должности, до права обращаться в римские суды за защитой и подавать иски даже против сенаторов, сколь бы высокого ранга они ни были. Исключением здесь пользовались, пожалуй, только консулы и проконсулы, которые на время своих полномочий имели судебный иммунитет. Неполное гражданство относится к области латинского права. Это урезанный вариант полного гражданства.
жители республики и будущей империи, наделенные неполным гражданством, как правило, не относились к коренному населению Рима, представлены жителями колоний или романизированными посторонними народами, населением провинций. Они не имели права представительства в народных собраниях, были практически лишены политической власти в римской политической системе, не имели права занимать государственные должности, кроме самых низких, но зато попадали под юрисдикцию римского права, а это значит, что их защищало государство. Нельзя было просто так безнаказанно отобрать землю у полугражданина. Даже нельзя было безосновательно подавать судебные иски против такого лица, что, мягко говоря, делало процесс давления на эту категорию населения весьма проблематичным. Для италиков, которые в конце II века переживали существенные притеснения со стороны римской аристократии, обнищение населения, вызванное отчуждением у них общественной земли, носило еще более острый характер. События Кимврской войны, на последнем этапе которой консул Гай Марий для осуществления своей военной реформы активно привлекал именно италийское население, показали, что италики для Рима являются такими же важными стратегическими союзниками и что, сплотившись, италики могут даже наносить поражение, казалось бы, непобедимым противникам. Однако за Кимврскую войну италики получили лишь часть военной добычи и были отпущены по домам. Гая Мария мало волновало, что положение его воинов-италиков никак не изменилось, хотя они приняли активное участие в самой кровопролитной войне со времен конфликта с Карфагеном. Лишь ветераны Мария, преимущественно выходцы из всаднического сословия, получили все причитающиеся им земельные наделы и выплаты. Спустя год ничего не изменилось, и для италийских племен стало окончательно понятно, что римская аристократия, будь это популяры или оптиматы, проигнорировали их роль в поражении кимвров и тевтонов. При этом стоило войне завершиться, как продолжилось расширение латифундий, продемонстрировавшее в полной мере беспомощность италиков перед римской знатью. Еще тогда, на рубеже II и I века до нашей эры, начали зарождаться ростки первой в истории республики гражданской войны. Показательным и наиболее важным во вновь разгоревшемся внутриполитическом конфликте является личность аристократа плебейского происхождения Марка Ливия Друза. За свою политическую карьеру он успел пройти основные государственные должности от квестора до эдила, возможно, занимал высокие военные должности во время Кимврской войны. Плебейское происхождение, впрочем, никак не мешало ему бороться с популярами. Особенно ожесточенным было противостояние сената с народным трибуном Луцием Апулием Сатурнином, сторонником Гая Мария. Друз занял сторону сената. Апулий в целом продвигал известные еще со времен Гракхов популистские программы и законы, раздающие земли и понижающие цены на хлеб. Именно Апулий Сатурнин стоит за принятием Lex Agraria, инициировавшим создание солдатских колоний для ветеранов Мария в Македонии, Ахее, Сицилии, Цизальпинской и Трансальпинской Галлии. После бурных обсуждений, закончившихся столкновением толпы марианских ветеранов и горожан с противниками реформы, закон все-таки был принят. После провокационного убийства соперника Апулия на консульских выборах популяра Гая Меммия, стоявшего за судебными разбирательствами против аристократов, принявших взятки из рук Югурты во время Нумидийской войны, Апулия считали главным подозреваемым. Вероятнее всего, Сатурнин не был причастен к гибели Меммия, но сенат использовал эти события как предлог к обвинению народного трибуна в устранении политических конкурентов. В нарушение всяких римских законов и права неприкосновенности народных трибунов Апулий был убит толпой из сторонников сената, ворвавшихся в курию прямо во время заседания. Также в разной степени были избиты большинство находившихся в здании куриалов. Марк Ливий Друз был одним из сенаторов, который поддержал произошедшее. В 94 году до нашей эры Марк Ливий Друз вступает в большую политику. Несмотря на то, что всего 6 годами ранее он был ярым противником популяров, как только у него появилась возможность получить вожделенное консульство, риторика слегка изменилась. Оставаясь сторонником сенатской знати, Друз решил использовать народное недовольство аграрной политикой в свою пользу. В 92 году до нашей эры Друз попытался продвинуть закон, согласно которому все суды становились исключительно подконтрольны сенату. Однако, предвидя протесты со стороны плебейского и всаднического сословия,
Друз пошел на компромисс, предложив при всем этом увеличить численность сената на 300 человек, выбранных из сословия всадников. На первый взгляд ничего не менялось. Аграрные суды как были, так формально и оставались под влиянием всаднических слоев. Но по факту никто не давал гарантии, что именно всадники после вхождения в сенат будут занимать судейские должности. В общем, политика Друза только на первый взгляд была популистской, тогда как на деле он стремился угодить обеим лагерям, оставаясь при этом сторонником сената. Прочие законодательные инициативы в целом повторяют стремления Марка. Несмотря на ожесточенную борьбу, Друз все-таки начал проигрывать политическую гонку в 91 году до нашей эры и пошел ва-банк, заявив о намерении предоставить италикам римское гражданство, что сделало бы невозможным захват провинциальных земель не только аристократами, но и римскими, мелкими и средними землевладельцами. Уже тогда Италия разделилась на два лагеря. Южные и центральные области, где, судя по деятельности еще судебной комиссии Гракха, были выявлены многочисленные злоупотребления знати и нарушения земельного законодательства, были за принятие нового закона. Однако их волеизъявление мало кого волновало. Тем более, ни граждане не имели права голоса в римской политической системе. Северные области всячески выступали против введения италийского гражданства. В Рим даже прибыла специальная делегация римских граждан Этрурии и Умбрии, которая хотела выступить с личным заявлением против закона Марка Друза. Это и понятно, ведь именно в Этрурии и Умбрии располагалась большая часть римских колоний с латинским правом, а местное население уже давно было подавлено римскими властями, чего не наблюдалось в той же мере на юге. Подобные диспропорции дали повод италикам, выступающим за принятие гражданства, действовать активнее, ведь теперь круг действующих лиц был более-менее понятен, и если раньше италики юга не были уверены в том, какие племена поддержат их выступление, то теперь стороны назревающего конфликта стали ясны. В 91 году до нашей эры в Риме шли напряженные дебаты, в которых Друз начал заметно проигрывать, особенно после смерти одного из своих наиболее влиятельных сторонников из числа сенатской знати – Оптимата Луция Лициния Краса. После этого Друз уже не мог рассчитывать на то, что закон будет принят. Осознав свое поражение, Марк Друз отошел от бурной реформаторской деятельности и отказался переизбираться на должность народного трибуна в следующем году. Однако в конце 91 года до нашей эры, когда его полномочия уже подходили к концу, Марк Друз был убит сапожницким ножом неизвестным человеком в темном переулке. Несмотря на то, что свидетелей ранения трибуна было довольно много, никто не видел сам момент нанесения раны, как выяснилось позже, смертельный. Убийцу Друза так и не нашли, а про италийский вопрос в Риме как будто бы временно забыли, считая его отчаянной инициативой загнанного в угол Друза. Вот только италикам было уже не до шуток. В отличие от римлян, они всерьез восприняли популистские предложения Марка Друза о предоставлении гражданства. И теперь после его смерти только преисполнились решимости разрешить дело силой. 91 год до нашей эры. Проконсул Лациума Сервилий получает неоднозначные сведения о том, что италики собираются в своих городах и массово вооружаются. Считается, что главными зачинщиками войны стали племена марсов и самнитов, населяющих центральную Италию и сильнее всего страдавших от отъема земли. В действительности они были лишь одними из множества племен, начавших после известий о смерти Друза скрытую мобилизацию. Вне италийских городов римляне далеко не сразу поняли, что союзники готовят какое-то выступление. Весомую роль в успехе объединения италиков сыграла пропасть в восприятии ситуации между самими италиками и римлянами, большинство колоний которых располагалось на севере и на юге, на побережье и вдоль важных дорог, в глубине полуострова. Кроме того, римская знать, адекватно воспринимающая события в Риме, прекрасно понимала, что речь народного трибуна об италийском гражданстве – всего лишь популистский лозунг, призванный сгладить его явно просенатские настроения. За пределами Рима италики, напротив, даже понимая малую вероятность одобрения данного закона,
верили, что сам факт озвучивания подобных предложений в Риме легитимирует их открытый протест. Это подлило масло в огонь. Изначально племена планировали операцию по устранению консулов 91 года до нашей эры, но осознание сложности и рисков подобных действий все же заставили отложить этот план. Кроме того, гибель консулов едва ли предотвратила открытый вооруженный конфликт, поэтому было решено не испытывать судьбу и начать внезапную войну, когда римляне этого ждут меньше всего. Как такового плана начать всеобщее восстание именно с резни в Аускуле не было, но то, что римлянам теперь открылись планы италиков, заставило всех начать действовать решительно и немедленно. Практически в одночасье были атакованы латинские колонии, расположенные на землях восставших италиков. Однако задача по их покорению усложнялась тем, что колонии численностью от 3 до 30 тысяч человек были слишком сильно разбросаны по югу и центральным регионам полуострова. На первом этапе восстания войска италиков отрядами распределились по своим землям, чтобы взять все территории под полный контроль. Центр союза с говорящим названием Италия был разделен между двумя крупными городами – Бавиан в землях самнитов и Карфиний в землях племени пелингов. Одновременно с тем в Риме уже пришло окончательное понимание случившегося. В срочном порядке были организованы все имеющиеся поблизости ресурсы и войска. Изначально легионы, собранные буквально со всего населения округи и стоявшие около города, насчитывали, по самым адекватным подсчетам, максимум 20 тысяч человек, разделенных между консулами и их легатами. Под начало консула Секста Юлия Цезаря были назначены легаты Луций Корнелий Сулла, будущий кровавый диктатор, Гай Юлий Цезарь Старший, отец будущего триумвира, великого военачальника и диктатора Гая Юлия Цезаря, Публий Лициний Крас, отец будущего триумвира Марка Краса, а также Марк Клавдий Марцелл и Публий Корнелий Лентул. Под началом второго консула Публия Рутилия переданы легаты Гай Марий, Гней Помпей Страбон, отец Помпея Великого и другие военачальники. Для войны, кроме городского населения и ближайших италиков, римляне срочно призвали 10 тысяч человек из Цезальпинской Галлии, а также все союзные африканские войска – нумидийцев и мавританцев. В первые недели, пока италики осуществляли активный захват римских колоний и небольших поселений, римляне смогли увеличить группировку войск, сосредоточенных непосредственно около Рима, примерно в два раза. После этого консул Секст Юлий решил действовать на опережение, и как только собрал вокруг себя войска примерной численностью в 15 тысяч человек, повел их на юг, в Самний. На дороге южнее города Эзерний его встретили примерно равные силы италийского военачальника из племени пелингов Виттия Скотона. В крупном столкновении силы Секста, состоящие по большей части из неопытных новобранцев, были наголову разбиты италиками, ветеранами практически всех предыдущих войн из числа пелингов. Военный опыт Рима впервые обернулся против него самого. Огромные потери в 2000 человек деморализовали и рассеяли войска консула. Для сравнения, Гай Юлий Цезарь после сражения при Герговии потерял около 700 человек и считал это колоссальными потерями, особенно для одного боя, и полагал, что чудом в тот день не потерял полный контроль над войсками и не был разбит мятежными галлами. Ситуация Секста была еще более фатальной, учитывая его немногочисленные силы и столь огромные для одного столкновения потери. С теми немногими, кто все еще остался с ним, он закрылся в Эзернии, но на беду осажденных, как только гарнизон увидел силы атакующих, тут же дезертировал, оставив римлян без продовольствия и припасов в полностью окруженном городе. Тогда же войска марсов и самнитов продвинулись на север и заняли Венафр и Нолу, разгромив 10-тысячное войско легата Гая Перперны, подчиненного консулу Публию Рутилию. Из оставшихся 6 тысяч человек, большая их часть была передана под командование Гая Мария, а сам Пеперна отстранен от должности легата. Вскоре от рук самнитов пали римские колонии Стабий, Минервий и Салерн. Осажденный в Эзернии консул Секст Юлий Цезарь был вынужден сдать город, отступив еще севернее и соединившись с основными силами.
Часть римского населения, особенно из бедноты, уже тогда переходила на сторону италиков, а после жестокого разорения италиками города Нуцерий, соседние колонии в срочном порядке из страха перешли на сторону восстания и прислали им еще 10 тысяч человек в качестве поддержки. Все эти силы в итоге были сосредоточены в руках самнитского консула Италийского союза Гая Паппия. Еще одним успехом италиков стало взятие города Венузий. Там был найден сын поверженного еще в Нумидийской войне царя Югурты – Аксинт. Его удерживали здесь римляне как заложника, его использовал самнитский военачальник Гай Паппий, чтобы переманивать нумидийцев и мавританцев из римского лагеря в свой. Это вынудило Секста Юлия отправить африканских союзников обратно в Северную Африку. Лишь немногие когорты африканцев тогда остались вместе с римлянами, так как очевидно было, что они находятся в одном шаге от мятежа. Пока консул Секст Юлий блокировал италиков в Самнии, консул Рутилий и легат Гай Марий заняли рубежи вдоль реки Лирис, через которую проходила Аппийская дорога, ведущая прямо в Рим. Здесь скоросозванные римские легионы, только на этом направлении увеличившие за первые недели войны свою численность до 20 тысяч человек, собирались занять позиции на южном берегу реки, чтобы блокировать любые попытки италиков прорваться к Риму. Впереди шли авангарды и когорты под началом самого консула Публия Рутилия. Его отряды, как и он сам, уже переправились по мосту через реку, когда с холма, выходящего прямо во фланг колонны, на них внезапно набросились италики, поджидавшие все это время в засаде. В ожесточенной схватке римлян оттеснили с моста, отрезав всех, кто не успел переправиться, от возможности спастись бегством. Сам Рутилий получил смертельное ранение и едва успел отвести остатки своих людей назад, как вскоре истек кровью и умер. Вторая часть консульской армии только начала подходить к реке под началом Гая Мария. Он и его легион увидел трупы, унесенные течением реки с поля боя. И так тыловым частям стало понятно, что случилось с авангардами. Пока италики были заняты добиванием первой части войска, Марий переправил своих людей через второй мост и занял холм, где располагался пустой лагерь италиков со всеми их припасами. Хотя римляне в тот день понесли поражение, италики-пелинги под началом Веттия Скотона были вынуждены отступить, а прямую дорогу на Рим Марий все же взял под контроль. Именно после пышных похорон консула Рутилия сенатом был выдан запрет на похороны в Риме в военное время. Всех погибших военачальников предписывалось хоронить на месте, чтобы не деморализовать римское население. Нового консула в том году так и не выбрали, ибо было не до народных голосований и прений. Пока южное направление хоть и с трудом, но было взято под контроль, не менее ожесточенные столкновения произошли в Самнии и Этрурии. Здесь италики старались прорваться по Кассиевой дороге, также ведущей прямиком в Рим. Впрочем, римляне за счет подкреплений из Галлии и Этрурии, а также новонабранных когорт из местного населения, нарастили группировку войск до 40 тысяч человек. Правда, судя по сообщениям Аппиана, их вооружение и выучка оставляло желать лучшего. Видимо, для войны с италиками набирали вообще всех, кто под руку подвернется. Здесь италики заманили армию Секста в ущелье и внезапно напали, уничтожив около четверти живой силы римлян, а остальных обратив в бегство. Цезарю, здоровье которого и так подорвалось в начале войны, едва удалось избежать гибели и отступить. Недалеко от места битвы был наскоро сооружен укрепленный лагерь, а остатки войска удалось организовать к битве. Однако ни италики, ни римляне больше не решались возобновить на этом участке боевых действий. В это же самое время к войскам Гая Мария присоединились когорты под началом Луция Корнелия Суллы. Хотя два военачальника и были уже знакомы по событиям Нумидийской и Кимврской войны, уже к тому времени между ними наблюдался раскол, ведь они относились к двум противоположным лагерям. Марий тяготел к популярам, тогда как Сулла поддерживал оптиматов. Но события войны заставили их забыть о существенных разногласиях
на уровне неприкрытой вражды и отвращения друг к другу и сосредоточиться на италийской угрозе. Здесь Марий и Сулла встретили племя марсов, бывшее в меньшинстве, но напавшее на них, хотя в непродолжительном сражении оно было отброшено, но марсы показали, почему их считают самыми воинственными из всех италиков. Как отмечает Аппиан в первой книге «Гражданских войн», говорят, над ними и состоялся только один триумф после упомянутого их поражения, а раньше говорили «ни над марсами, ни без марсов не было триумфа». В Апулию тем временем вторглось войско Гнея Помпея Страбона. Против него около Фалернской горы выступило союзное войско самнитов, апулов и прочих италиков. Хотя им удалось нанести Помпею поражение и оттеснить его, легат предпринял стратегический маневр, разделив свои силы и часть направив в обход долины в тыл италикам. Когда под Аускулом состоялась вторая битва, Помпей принял на себя весь удар, демонстрируя, что главные его силы находятся сейчас именно по фронту. Отряды второй армии вышли к италийскому лагерю с тыла и подожгли его, а затем ударили в спину основным силам италиков. Видя горящий лагерь и понеся существенные потери, италики были вынуждены отступить обратно в Аускул, где их силы окончательно рассеялись, когда увидели, что и город уже был атакован когортами римлян. Италийский военачальник легат Видоцилий, узнав, что жители города не оказали римлянам должного сопротивления, перебил их, а сам затем совершил ритуальное самоубийство. Правда, это уже не могло исправить поражение, и Аускул, с которого началось восстание, все равно был потерян. Приблизительно в это время, в 90 году до н.э., о восстании узнают этрусски и умбры. Они тут же объявляют о выходе из состава республики, хотя и не начали таких же военных действий, как их южные соседи. Именно в этот момент Сенат начинает понимать, что подобное развитие событий непременно приведет к тому, что сражения могут развернуться уже непосредственно под стенами Рима, а все союзники отвернутся от него в час нужды и слабости. Войну с этрусками и умбрами Рим сейчас себе никак не мог позволить. Все силы были задействованы на южном направлении. Избранный вторым консулом в 90 году до н.э. Луций Юлий Цезарь склоняет Сенат в подобных условиях на невиданный шаг. Всем италикам, не принявшим участие в восстании, обещают предоставить гражданство. Правда, не уточняли, какое именно и в какой степени, что в будущем сыграет свою злую шутку. Это предложение заинтересовало прежде всего этрусков и умбров, которым, по сути, данный закон Юлия был адресован. Но вскоре об этом заявлении узнали на территории всей Италии. И даже те племена, которые прежде вели ожесточенную войну с республикой, раскололись на сторонников прекращения войны и тех, кто желал любыми усилиями довести ее до полного краха Рима. Решительность в войне с римлянами сохраняли только марсы, пелинги и самниты, которые как раз и были самыми ярыми противниками республики в этой войне и вели основные боевые действия. Южные италики, которые лишь отчасти были представлены в Союзе, не желали терять возможности получить римское гражданство, и их устраивало даже само предложение такового, ведь этого было вполне достаточно, чтобы отстаивать свои земли и права на их использование. Военные действия после этих известий временно прекратились, и в течение всего 90-го года до н.э. по сути разворачивался торг между италиками и римлянами за право гражданства, тогда как враждебных марсов и самнитов просто никто не слушал. Они как бы оказались в неожиданной для самих себя политической изоляции. Финальный удар по неокрепшему союзу Италия нанесли народные трибуны Марк Платий Сильван и Папирий Карбон. Именно их законопроект не просто предполагал дарование всем нейтральным италикам гражданства, но всем даже враждебным италикам, если те в течение следующих 2 месяцев сложат оружие. Также в немедленном порядке предоставлялось гражданство жителям Цизальпинской Галлии, силами которых, судя по всему, римляне вели большую часть успешных сражений союзнической войны. Это событие дразнило и одновременно показывало, что желаемое всеми римское гражданство буквально в одном шаге, и после этого союз италиков окончательно распался. Законопроект получил название по именам трибунов, составивших его – «Закон Платия Папирия».
После расстройства союза италиков римлянам еще предстояло победить воинственных марсов и многочисленных самнитов и пелингов. Возобновившиеся военные действия 89 года до нашей эры начались с ожесточенных столкновений между войсками италиков в 15 тысяч человек, прорвавшихся в Этрурию и еще не знавших, что местное население окончательно заняло сторону Рима, и легионами Гнея Помпея Страбона, избранного в тот год консулом, которому была вручена под управление Этрурия. В этих битвах италики были вытеснены обратно в Самний. Впрочем, зимой того же года второй консул Луций Порций Катон погиб в сражении с марсами. Еще один мятежный италийский военачальник блокировал силы Луция Корнелия Суллы, занявшие холмы около Помпейских гор. Клуэнций специально приблизился на расстояние всего в половину километра от лагеря Суллы, провоцируя того на нападение и как бы заранее попрекая того в нерешительности, если он, как полагается в подобных случаях, решит дожидаться подкреплений, а не идти в заранее обреченный на провал бой. Сулла, однако, зная, что к нему идет подмога и поставки продовольствия, не боялся поражения и тут же ударил по лагерю Клуэнция, понеся от того поражение. Впрочем, соединившись с подмогой, Сулла развернул все свои силы и с тем же остервенением, с которым возглавил безнадежную атаку, снова напал на италиков и на этот раз разбил их на голову. Аппиан при этом передает легенду, что во время боя, когда войска еще только сходились, из рядов италиков вперед вышли гальские наемники, и один из них, 2 метра ростом, начал призывать римлян выйти против него на поединок. Тогда из римского строя вышел низкорослый мавританец и быстрым, стремительным ударом поразил галла насмерть. После чего воодушевленные римляне, не дожидаясь, когда противник отойдет от шока, набросились на италиков и еще быстрее обратили их в бегство. А галлы отступили еще в тот момент, как увидели гибель своего гиганта. Римляне бросились преследовать италиков и их союзников из числа галлов и перебили всех, сначала под стенами, затем уже проникнув внутрь города Нолла. Считается, что в этих сражениях было перебито около 50 тысяч италиков. Поражение, понесенное ими от Суллы, на этом направлении оказалось фатальным. Вскоре войска легата заняли весь Самний и столицу союза италиков – город Бавиан. Кроме самнитов, им были покорены герпины. Одновременно с Суллой активное наступление начал Помпей Страбон. В нескольких столкновениях ему удалось обратить в бегство восставших и покорить земли марсов, маруцинов и вестингов. Соратник Помпея, легат Гай Касконий, оттеснял италиков в южном направлении, занял Салапии и Канны. Здесь ему преградили путь самниты во главе с италийским легатом Трибацием. Силы противоборствующих сторон разделяла река, форсирование которой сулило поражение наступавшей стороне. И потому ни римляне, ни италики, имея примерно равную численность войск, не смели начать наступление первыми. Тогда Трибаций обратился к Гаю Касконию с предложением, чтобы либо он атаковал его, либо пусть даст италикам переправиться и только тогда вступит в бой. Касконий пошел на уловку. Он в целом выполнил условия и отвел свои войска от берега. Впрочем, стоило первым отрядам италиков переправиться, как они были атакованы вновь вышедшими римскими отрядами. В развернувшейся контратаке Касконий уничтожил все войско италиков. Трибаций бежал с поля боя. В следующие несколько дней войска Гая без особых усилий подчинили земли ларинатов, венузийцев, эскуланов и педикулов. В 88 году до нашей эры здесь его сменил консул Квинт Цицилий Метел Пий, довершивший разгром непокорных италиков из племени Япигов, последнего племени, которое все еще оказывало сопротивление. В этой битве погиб один из главных предводителей восстания – Попедий. Остальные вожди италиков, поняв, что их дело проиграно, перебежали на сторону Цицилия. Как только стало понятно, что война завершилась, хоть и тяжелой, но победой римлян, Сенат тут же исполнил свое обещание предоставить италикам римское гражданство. Однако не обошлось без ухищрений. Конечно, ни Сенату, ни римским жителям не было выгодно италийское влияние на реальную политику. Поэтому кроме уже существующих 35 избирательных округов, триб,
Для италиков было создано всего 10, и те по своему количественному составу существенно уступали обычным трибам, да еще в придачу и голосовали в последнюю очередь, де-факто никак вообще не влияя на принятие политических решений в республике. Однако теперь италики получили гражданские права. Могли обращаться в римские суды, обрабатывать общественные земли и получили некоторые налоговые льготы, причитающиеся полугражданам. По сути, италикам было предоставлено неполное римское гражданство по латинскому праву, хотя и с расширенными, но символическими преимуществами. С другой стороны, римская знать и аристократия потеряла выгодный экономический инструмент присвоения и наращивания земель, что скоро приведет к резкому оттоку знати с территории полуострова и их активному проникновению в другие римские провинции. Слабостью Рима в затянувшейся на 3 года союзнической войне воспользовались и внешние враги. Окрепшее Понтийское царство, возглавляемое царем Митридатом VI Евпатором, еще в 89 году до нашей эры, в самый разгар волнений в Италии, разорвал с республикой всякие договоренности и вторгся в азиатскую провинцию, практически сходу заняв 2/3 ее территории. После поражений местных римских гарнизонов против римского господства вспыхнули восстания в Греции. Понтийцам на руку играла децентрализация римских властей. Пока центр занимался урегулированием конфликта с италиками, восточные провинции остались наедине с собой и в одиночку едва ли могли противостоять Митридату. Восстание италиков обнажило внутреннюю политическую раздробленность республики. На 3 долгих года союзники увидели, что Рим, 2 столетия представлявшийся как непобедимый гегемон Айкумены, государство, повергшее в бездну карфагенскую державу, Македонское царство и эллинов, может быть слабым. И теперь Сенату предстояло выйти из этого политического кризиса. Союзническая война стала первой гражданской войной в Римской республике. Спасибо за внимание. Ролики выходят благодаря вашей всесторонней поддержке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также приглашаю посетить мой Patreon и приобщиться к общему делу. Огромнейше благодарю патронов и спонсоров за помощь в развитии канала и мотивацию автора, то есть меня. Да и в целом, зрителей, не стесняйтесь, оставляйте свои комментарии и вопросы под роликом. На самые интересные отвечаю в рубрике «Вопрос-ответ». Всем приятных деньков, до новых встреч!